Юка Кавагути, Александр Смирнов. Да, могли быть в призах, могли, но... Как и весь сезон, по максимуму наиболее сложно решили откатать произвольную программу. С четверным выбросом не получилось. Знаменитая песня, знаменитая музыкальная тема, медитация из оперы «Таис». Заявлено было одно музыкальное сопровождение, на самом деле все было по-другому. Юка Кавагути, Александр Смирнов.